Мы пришли к выводу, что настоящего чувства между нами нет. Да. Мы с женой не соответствуем ни по культурному уровню. Ни почему. У него искаженное мнение обо мне. Мнение жены обо мне такое же. Вот он даже девушку приводил. Ну, видите, как хорошо. Но с этого же надо было начинать. Я выпиваю, но никогда не валялся и подобран никем не был. Диван-кровать. Говорил, что я проститутка. У меня совсем другие интересы. Я 14 лет лежал в гипсе, у меня был туберкулез. Границы не было. Ну, один раз столкнул ее там ногой в бедро. Это исключительно из ребенка. Это сейчас начинает. Давай, скажи, сядьте. Потому что были повседневные упреки, да? Были упреки? Потому что упреки так... Мне просто район ты захотел, да? Деловой, говорю, ты маклер. Я деловой? Раньше свою деловицу проявил. Получили в двух комнатах квартиру. Это я маклер. Ты маклер, да? А вот это твой фотограф, приятель. Вот кто. Маклер-то, а? Да? Нет? Что плохого сделал? Мне ничего, да ничего! Я из-за него с женой! Расставайтесь! С любимыми не расставайтесь! С любимыми не расставайтесь всей кровью! Прорастайте в них! В армии скучается по любимым. Так невыносимо! Мучительно скучается, тоскуется в болезни, в дерьме, в страданиях, в боли, в грязи, в унижении. Скучается по любимому.